Сержант Гэрик, прием. Гэрик слушает. Высокий уровень угрозы. Вероятно, несколько террористов. Смертники или что похуже. А снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Террористы тоже это знают. Не превращайте Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Внимание, белый фургон. Все по описанию. Это они. Ворон, не осабля. Машина движется на север. Выходим. Понял. Без необходимости в бой не вступать. Белый фургон, слева! На штурм, пошли! Они здесь, братья! Они здесь! Живее! Черный снег! Полиция! Стоять! Руки вверх! Быстро! Лечь на землю! Сейчас же! Сабля 2, книжный зачищен. Всем бойцам, стрелять осторожно. Осторожно, там гражданские. Капитан Прайс. Сержант Гэрик. За мной. Надо проверить углы.
Помогите! Помогите! Наверху! Помогите нам! Кто-нибудь! Кто-нибудь, пожалуйста! Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Я не террорист! Я не хочу умирать! Пожалуйста, друг, я не хочу умирать! Я хочу помочь! Не получается! Я хочу! Поможешь? Я хочу увидеть девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет! Не могу снять! Не могу! Помогите! Помогите! Всем постам! Бомбы больше нет. Выходим, готовьте врачей. Сохранять спокойствие. Мы вас выведем. Ты цел? В норме. Идем. Ты сегодня спас людей, сержант. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гарик. Ты со мной.